Почему мы оказались в этой ситуации с объемом в 5,7 миллионов кубов в день как-то неожиданно? Я так понимаю, что это было известно еще весной, что «Газпром» поставляет гарантированно 5,7 миллионов, а остальное является дополнительным объемом. Эти 5,7 миллионов, они законтрактованы и оплачены, транзит по «Нафтогаз Украины». Да. Оплачены «Газпромом». Чуть ли не на год вперед, не знаю, помесячно или на год вперед. А остальное, дополнительный объем, который заказывается, платят, соответственно, «Молдова-Газ» и «Тирасполь-Трансгаз». И вы заказывали эти объемы дополнительные. Почему это стало такой неожиданностью? Ведь известно было еще весной. Здесь два. Во-первых, 5,7 миллионов кубических метров. Эта ситуация образовалась не сегодня. В прошлом году, в октябре месяце, мы получали те же самые объемы. Если помните, вот первый кризис, да, газовый, дефицит газа, который был, он намного был серьезнее, чем в этом году, потому что в этом году мы смогли подготовиться. И говорю это с точки зрения и альтернативных источников для термоэлектрики, в том числе и для сахарных заводов, которые используют в своем производстве мазут, в том числе. Другие потребители перешли на другие виды топлива, на биомассу. Многие переходят на биомассу в том числе. Это первое. А второе, если говорить про 5,7, то первая весточка была в мае месяце, когда была ситуация с компрессорной станцией «Сахрановка» в Украине. То есть «Нафтогаз» объявил форс-мажор о том, что они не могут принимать природный газ по транзитному контракту с «Газпромом» на этой точке. И, соответственно, начался спор между «Газпромом» и «Нафтогазом». В октябре месяце мы получили письмо от «Газпрома», который, в принципе, изложил эту же причину, потому что согласно контракту, я не знаю точно, как текст звучит. Ну, это их, это «Нафтогаз». Это «Нафтогаз» и «Газпромом». Там объем природного газа должен соответствовать, те точки, которые при входе, должны соответствовать объемам при выходе. То есть, соответственно, если там одна компрессорная либо один ГИС не работает, по этой точке не проходит объем, соответственно, сокращается, по мнению «Газпрома», такие же объемы по другим... На прошлой неделе «Нафтогаз Украины» заявил, что они готовы. Ну, мы считаем, и мы об этом говорили, о том, что мы готовы заказать и оплатить этот транзит самостоятельно, хотя это обязательство «Газпрома» по контракту. И готовы были получить эти объемы именно в Суджи. Тут же и там возможность техническая есть, тем более это подтвердили и украинские коллеги. Ну, я не могу сейчас оценивать действия двух контрагентов, которые, и тем более мы не имеем ни прямого отношения по транзитному транспортному контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом», но у нас нет условий в контракте с «Газпромом», если говорим о поставке, каких-либо ограничений в части объемов. Поэтому этот вопрос будет обсуждаться, в том числе на этой неделе, в рамках органов управления «Молдова-Газ». Мы этот вопрос уже подняли и, соответственно, начали обсуждение с «Газпромом». Пока ответа у нас, решения нет. Но мы придерживаемся такой позиции, что надо, прежде всего, все инструменты переговорные использовать. После этого уже применять другие инструменты. Но то, что мы можем здесь сделать с точки зрения тех объемов, 5,7 миллионов кубических метров не распределены по левому и правому берегу. Здесь уже право «Молдова-Газ», исходя из приоритетов, еще раз скажу, остановлюсь над этим, можем распределять так, чтобы хватило газа, прежде всего, тем потребителям, которые находятся в более уязвимом положении. Ну, значит, получается, правы те эксперты в области газа, вы их прекрасно знаете, которые говорят, что «Газпром» не хочет, и Россия не хочет брать на себя ответственность за то, что Приднестровье лишится части газа, вот этих негласных субвенций, которые поступают на газовый счет. «Газпром» хочет, чтобы это было сделано руками Молдовы, «Молдова-Газ», чтобы вина была, ответственность за кризис энергетический в Приднестровье ложилась на молдавские власти. Ну, знаете, у нас есть контракт с «Тираспольтрансгаз».
У нас есть закон. И Молдова-Газ в этом плане действует согласно закону и согласно контрактных взаимоотношений. Тем более у нас, я думаю, что достаточно причин и поводов регулировать этот процесс. Буду использовать это слово, пусть всем будет понятно. И Молдова-Газ вправе регулировать, какой объем, в том числе тем контрагентам, с кем мы работаем. Особенно у нас определенная история есть с Тираспольтрансгазом. Очень, да, еще бы следовало учитывать, кто платит, а кто накапливает долг. Вы сами сейчас ответили на один из вопросов, который мне задают постоянно ваши коллеги. Долг уже достиг 10 много миллиардов или нет? Думаю, что достигнет в скором времени, но уже не будет таких миллиардов, потому что нет таких объемов. И цена идет, она падает. Но давайте, дайте мне 30 секунд, я просто скажу одну очень интересную. Не суть, а ситуацию, которая связана вообще с энергетическим контрактом и связана с взаимоотношениями с Тираспольтрансгазом и с Приднестровьем. То есть система взаимозависима. И взаимосвязаны. Левый берег и по газу, и по электроэнергетике. То есть до сих пор всем было выгодно, и все это не отрицали, что, в принципе, вот такая модель взаимодействия между Молдова-Газ и Тираспольтрансгаз, и в итоге это выходило в энергетический контракт. Мы получали электроэнергию от Молдавской ГРЭС по определенной цене. Всех это устраивало. Они не платили за газ, мы получали электроэнергию. Ну, всех же устраивало это. Долг ложился на Молдова-Газ. Молдова-Газ, коммерческое предприятие, в итоге ни правительство не отвечает за это, никто не хочет отвечать. С другой стороны, сегодня система электроэнергетическая синхронизирована с европейской системой. Совместно с Украиной, поэтому технически, я так думаю, возможность получать электроэнергию есть и из других источников. На днях Энергоком уже участвует как полноценный игрок, участник этого рынка. И вопрос сейчас, знаете... Как и в ситуации с газом. Вопрос в цене. И газ, и электроэнергия на рынке есть. В 2019 году, когда мы говорили... Когда я говорил, и наши коллеги, не только в 2019 году, что это третий пакет, это либерализация рынка. Рынок так работает. Это реальная цена, которая есть. Высокая, низкая, но это та цена, которая отражает конъюнктуру рынка. И в принципе мы должны понимать, что для нас заканчивается пора дешевой, относительно дешевой электроэнергии, а в Приднестровье должны понять, что халява заканчивается, грубо говоря. Можно так и понять. Примерно так. Да. Примерно так. Потому что надо за все платить.